Доброе утро, дорогие садоводы, огородники, а также мамы, детишек, которых я как врач лечу. Сегодня приглашаю вас в свой сад, которому исполнилось 20 лет. Это сад особенный. Здесь я ни разу не применял ни пестициды, ни гербициды, землю не копал, а применял все свои способы, которые я узнал органического земледелия. Сейчас мы подъехали к северо-восточной стороне. Здесь 20 лет назад я высадил ряд сосен, они прижились, создали свою микоризу. Теперь пройдем в другое место. Посмотрите, это граница моего сада, восточная сторона. Различные кустарники, снежноягодник, бересклет. Сосны выросли очень хорошо на песке, без всяких подкормок, без всякого мульчирования. А за ними идет сад. Эта сторона 50 метров, и в сторону озера сад тянется по склону песчаного холма, по сути, свои дюны на 100 метров. Здесь больше полгектара посажено за 20 лет и привито 2-3 сотни яблонь разных сортов, груши, сливы, вишни и много разных кустарников. Практически все, что у нас растет. И жимолость, и малина, и ежевика, и черная-красная смородина, и все остальное.